Так, ну что, друзья, всем добрый вечер. Мы потихонечку стартуем. Потушим музыку. Да, всем еще раз добрый вечер. Furious Fly Series, второй турнир запускаем. Начнем сегодня с жеребьевки в онлайн-режиме. Александр нарезает нам бумажечки, как всегда, с названиями команд. В общем, что сегодня будет происходить для тех, кто не понимает, что здесь происходит. И для чего он сюда пришел? Furious Fly Series. Решили мы в марте проводить фаскапы два в неделю. Один во вторник, другой в пятницу. На этой неделе получилось так, что Международный женский день упал на вторник. Поэтому сегодня, 9 марта, в среду, в оперативном режиме первый из фаскапов, точнее, проведем. При поддержке замечательного сайта kswin.win. Буду я это говорить сегодня не раз, потому что запартнерили очень хорошо, спасибо им огромное. Сайт рулетка, играйте, проходите туда. Мы по возможности потом еще как-нибудь тоже на нем поиграем на стриме. Вот, этот сайт предоставил нам скины, которые мы сегодня будем по ходу разыгрывать для вас, для зрителей. Ну, команды будут биться за призовой фонд, который насобирали мы тоже при помощи спонсорских денег и ваших взносов, точнее взносов тех команд, которые будут участвовать. Это из того, что сегодня будет. 8 команд. Первый отборочный тур, затем два полуфинала и финал. Это мы все дело посмотрим. Как там, Александр, готовность? Кстати, добрый вечер тебе. Да, привет. Готовность хорошая. Я просто думаю, XNV и Average. У нас кто участвует, а кто не участвует из этих? И не та, и не другая. Две не участвуют, да? Да. Откидываем их. Откидываем их. То есть у нас 7 получается. Окей. Тяжеловато, понимаю, да, в формате. Тут у нас одно комьюнити переезжает, так сказать, в другое комьюнити, поэтому, как бы, первый турнир со взносами, скажем так, некоторые нас не знают, кто-то, может быть, не доверился 100 рублей, так сказать, нести, но, скажем, это такая контрацептива, вот, ну, что ли, ненадежных личностей. Я думаю, сумма не столь большая, 20 рублей на человека российских. Ну, кто внес, молодцы, как бы, участвуют, посмотрят. Остальные, кто не верил, что ли, голосование, отдал свой голос за то, что там не доверяю, не верю, не буду, не хочу. Ну, посмотрят. Выплатим призовые и, собственно, уже в пятницу, буквально послезавтра, проведем, я надеюсь, второй фаскап в один вечер, примерно в таком же формате. Что еще хотелось бы сказать? Есть у нас конкурс репостов, который мы тоже должны будем завершить на этой жеребьевке. Это буквально будет через, ну, я не знаю, сколько у нас будет жеребьевка, минут 10-15, то есть группа FF Series. Есть у нас замечательные модераторы в чате, именно Птица, которая вам заспамит, наверное, сейчас ссылочку, что нужно репостить. Там мы будем, опять-таки, от партнеров kswin.win разыгрывать по 90 азимов. Замечательный скин. Вот. Но это будет по окончанию жеребьевки. Я надеюсь, ссылочки сейчас в чат пойдут. Ну, если не пойдут, то vk.com/ffseries найдите там этот розыгрыш. И еще время есть у вас к себе на страницу зарепостить и ознакомиться с правилами этого, так скажем, конкурса. Команда на ваших экранах, в принципе, то, чем занимается Александр, тоже на ваших экранах. Все довольно-таки стандартно. Мы будем в эти замечательные шары желтого цвета запечатывать команды и распределять их по сетке для первого тура. Первый тур начнется у нас в 7 вечера по Москве, уже буквально через 20 минут. Все, давай, поехали, без отлагательств тогда. Да, вот, пошла спам-ссылочка в чат, что репостить и куда подписываться, написано внутри этого поста. Надо подписаться на vk.com/ffseries, на vk.com/kswin, точнее, kswinwin, и на мой паблик окрошка.тв, и зарепостить эту запись. В конце мы разыграем. Буквально минуточек через 10. Ты бы нам на экран показывал название команд? Не верю. А. Ну ладно. Ну, когда уже будем... Ну давай, давай, окей. Ну да. Доставать, да и все, проверим. Я уже все проверил два раза. Вот, помимо этого, еще по поводу розыгрыша, есть у нас некоторое количество скинов, которые в перерывах между играми будем разыгрывать, ну, может быть, перед первой уже игрой, пока на мазимов надо будет разыграть, поэтому далеко не разбегайтесь, надо будет просто что-то писать в чат, и будем тоже это дело людям раздавать. Так, я готов. Ну, поехали. Значит, следующим образом будем действовать. Первая корзина, 4 команды упадут в первые слоты пар, то есть нечетные, первая, третья, пятая, седьмая и девятая. И седьмой, нет, девятого у нас нет. Ну и, соответственно, какой-то команде пары не будет. То есть у нас вот этого коллектива не будет. Они не подтвердили свое участие. Вот так вот, 7 команд у нас на первый раз из 8 зарегалось. А ты все в один, да? Да.
Я ну, всего один сделал, да. Ну, все равно будем делать следующим образом. То есть первая команда упадет в первую пару, слот под номером 1. Второй вытащенный команда окажется в слоте под номером 3, то бишь второй в первый, точнее, первый во второй паре. Ну, короче, все сейчас увидите сами. Понеслась. Давайте без отлагательств расставлять команды. Ибо времени у нас не так много. И первая команда, самая знакомая, Еремия. Еремия, да, у нас первая команда. Еремия у нас становится первую пару первой команды. Вторая пара, первый слот, это самый второй пары, и это будет... Так. Да, друзья, в чате не адеквате, пожалуйста, ведите себя прилично, чтобы, так сказать, не пропустить MRG розыгрыш. Воу-воу-воу, полегче. Так, это у нас вторая пара, первая команда. Все-все-все, поехали дальше. Дальше. Ой, ну ладно, улетела, значит она. Таксик. Третья команда у нас. Quixteam какая-то. Quixteam, как-то так. Пара под номером 3, первый слот в этой паре, Quixteam. Вот это рандом. Рандом жестокий. Ну, на самом деле, я не доверяю сайтам никаким Random.org. Все Unkprof. Окей. Поэтому будем в таком порядке. Но команде, я так понимаю, Unkprof соперник на первый тур не достанется, поэтому могут они отдохнуть примерно до 8 вечера, только лишь уже в полуфинале. Повезло, повезло Unkprof'ам. Икс. И в первую пару к Еремии соперник... Revenge. To Revenge. Нормально. Ну и так, белое, оранжевое. Можем проголосовать. Желтое или оранжевое. А у тебя опять разных цветов остались? Ну да. Как всегда, почему они не остаются одинаковые? Ну я не знаю. Крути. Крути? Да. Может, не знаю, любое доставай. Кто выберет? Кто кроме тебя может кто выбрать? Первый назовет, тот пускай выберем. Кто в чат первый напишет, желтый или оранжевый, выбираем сразу же такое яйцо. Да? Ничего не пишет. Не пишет. Задержки нет. Задержка. Всем все равно? Всем все равно. Я хочу оранжевое. Нет, желтое. Нет, оранжевое. Ну давай, давай, желтое. Желтое, все. Желтое, все, желтое. Итак, Рахабрат. Рахабрат. Так, Рахабрат у нас играет с Emergency Exit. Ну и, соответственно, давай Just for Fun'ов достанем. Они Just становятся Quixteam'ом. Все, команда Unkprof отдыхает до 8 вечера. Если соперника нет, повезло. Вот, и в принципе на этом вся жеребьевка окончена. Сейчас мы Александра отпустим. Судьи у нас сейчас отпишут, точнее судья Юлия Байкова отпишет капитанам команд, где вы что будете черкать. Пара, которая на стриме, единственное, нам осталось ее выбрать. Но я думаю, мы посмотрим первую пару, Еремия против To Revenge, и не будем особо здесь мудрствовать лукаво. Все, ладно, всем счастливо. Таким вот образом. Да, Александр с нами пока что прощается этим вечером. Мы с вами еще сейчас Азимов разыграем и будем смотреть первый тур. Так, ну и что у нас получилось? Еремия и Ревенж на стриме у нас будут в первом туре. Тур Ревенж, точнее. Затем мы посмотрим один из полуфиналов, ну и затем финал BO3. Юлия вам сейчас отпишет, потому что мы будем пикать, банить карты тех команд, которые на стрим в прямом эфире. Там тоже есть такая небольшая процедура, которую мы почерпнули из некоторых источников. Это будет тоже красиво. Ну и, в принципе, все зато будет видно. И, опять-таки, честно происходить. Да, Азимов. Минуточку. Там себе найду этот пост.